Знаменитый дирижабль Гиндербург 245 метров в длину, 200 тысяч кубометров газа. Цеппелин был оснащен 4 дизельными двигателями. Для хранения 60 тонн топлива использовались баки емкостью до 2,5 тысяч литров. Гиндербург был способен поднять воздух до 100 тонн полезной нагрузки, 50 пассажиров. В корпусе дирижабля имелся ресторан с кухней, душ с водой, 2 прогулочных галереи. И в свой первый коммерческий рейс у него было 37 пассажиров, 61 килограмм почты и 1269 килограмм груза. Один вопрос. Ученые, а где же ваша гравитация?